Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Сейчас я нахожусь на своем объекте. Перед вами печка чугунная. Но здесь я буду разговаривать не о печке, а о том, как избавиться от конденсата, который будет течь вот сюда. Когда вы собираете систему по дымоходов по конденсату, либо по дыму, неважно, проблема стоит в следующем. Конденсат появляется. Куда его отправить? Если вы соберете систему по дыму, а потом по конденсату, он появляется вот в этом месте, где переход с голой трубы на утепленную. Я во многих своих видео показываю о том, как сделать систему дымоудаления таким образом, чтобы конденсат ставить вовнутрь. Это реально довольно тяжело. Это довольно тяжелая работа, много времени занимает, когда я конденсат отправляю вовнутрь печи. Почему тяжело? Потому что под каждый объект я подбираю свой переход. Здесь печка чугунная, переход не было возможности снять. На одной из фирм мне посоветовали вот такую вот вещь, сборник такой, отвод конденсата в топку. Ее надо, конечно, будет дорабатывать. Это производитель Дарка, польский, со всеми техническими характеристиками, которые он указывает на своей продукции. А именно, Т600 это максимальный режим, при которой может использоваться данное изделие. И то, что... Да, все здесь указывают, они молодцы. До горючего материала, то, что труба прошла пожарное испытание на возгорание. Классно. К этому надо стремиться. Вот именно к наклейкам, на которых было бы написано, если вы хотите качественную продукцию. Давайте я вам покажу. Так, плохо видно. Нет, видно. Смотрите, Т600... В каких режимах может использоваться газоплотность ее. Ну и, конечно, G это возгорание на сажу. Это европейский стандартный. Это маркировка европейская 18561, 18562 2013 года. Поэтому хотите качественный дымоход, смотрите, чтобы на них были такие наклейки. Либо, чтобы вам продали люди тот дымоход, который надо. Смотрите, давайте мы придем все-таки вот к этой вот вещичке. Сейчас я вам увеличу камеру. Смотрите, вот такая муфта, и у нее внутри идет отбортовка. Видите, отбортовочка? Похоже такая, как на газовых котлах, да? И как она устанавливается? Устанавливается она вот таким вот образом. И вот эта вот муфта... И вот эта вот муфта, смотрите, вот эта отбортовка, она должна стать вот сюда, на этот пазик. И тогда конденсат, он будет стекать вниз. Ну, а здесь она на отбойник капает, ничего страшного, ничего с ним не станет. Поэтому интересная вещь, попробую ее поставить, посмотрю, сколько она стоит. Если она себя зарекомендует с лучшей стороны, ну, я буду их ставить, потому что реально с ней, как бы, от многих проблем я уйду. И, конечно, это главное время. Все, ну, здесь одна задача, ее надо будет подрезать для того, чтобы опустить вот сюда, на нижнюю точку перехода. На остальных печах вообще идеально становится, мне показывали, по крайней мере, но на вот этой печке я посмотрю, когда обрежу. Потому что вопрос в конденсате, вернее, как с ним справиться, постоянно стоит. Поэтому, кто встречался с проблемой с конденсатом, знает, о чем я говорю. Потому что рыночные варианты, которые идет комплектация, это рынок. Им надо продать, у них свои задачи. Ну, а у меня стоит другая задача, как сделать дымоход для вас, чтобы вы пользовались и наслаждались как печкой, тепловым агрегатом, любым, неважно, это банная печка, камин, твердотопливный котел, так и, конечно, дымоходом. Потому что дымоход это очень важная часть, к которой надо отнестись очень серьезно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Надеюсь, для кого-то эта информация была полезна. Для кого, конечно, для монтажников в первую очередь. Ну и для клиента, чтобы вы знали, что такие вещи есть, такие вещи производят. В Польше рынок очень сильный. И дай бог, чтобы когда-нибудь, а постепенно мы идем к европейскому уровню в Беларуси, но очень медленно, продукция начнет продаваться такая же, как в Польше. Ну, конечно, хотелось бы лучше. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, всем хорошего настроения, до новых встреч, пока!